всегда молоды и талантливы. Это про Робинзонов. Словосочетание «спета Робинзонами» давно приравнено к знаку музыкального качества. В этом очередной раз убедили зрители концерта, посвященного 25-летию творческой деятельности коллектива. И всегда находятся самые активные фанаты, которые не желают слушать своих кумиров из зала и подбираются ближе к сцене. Аплодировать ишимским звездам приходят не только ровесники артистов. Среди слушателей был замечен депутат городской думы Виктор Афанасьев. Я пришел к жителю Ишима, которому нравится группа Робинзон. Все. Голоса нравятся. Музыка, голоса, как они исполняют, манеры и так далее. Группа Робинзон известна далеко за пределами города. Многие знают их как финалистов детского Евровидения. Сколько сил и времени вложено, чтобы достичь высокого профессионализма, знает только руководитель коллектива. Музыкальный папа всех составов группы Сергей Глухих. Дети называли меня зачастую папой. Или папу называли Сергеем Анатольевичем, поэтому это неудивительно. Вот. Но все это же много работаем. Сложные декорации – еще один конек Робинзонов. На этот раз трехчасовое выступление проходило под взглядом прикованного Прометея. Согласно древнегреческой мифологии, этот титан даровал людям огонь и искусство. Тут же бились языки пламени – результат труда художника-оформителя. Кажется, им все подвластно – классика, авторская песня, рок-хиты, популярные композиции. Вокалисту Алексею Цветкову одинаково удается «Санта-Лючия» и песня «Демоны». А есть ли рэп в творческой копилке Робинзонов? Был рэп у нас, два альбома записано, хороших альбомов, хорошие песни. Причем у нас «Летчик» тот же, это тоже рэп. На мой взгляд, рэп для меня, он менее актуален текстово и музыкально. Рок, как я считаю, все-таки музыка более честная, хотя менее популярная в нынешние времена. Ну, сейчас рэп как раз набирает обороты популярности. Он набирает в России, в той же Франции его не выносят. К осени Робинзоны готовят большой концерт, на который пригласят вокалистов всех составов. Шоу продолжается. Go!